Здравствуйте! Здравствуйте все, кто сегодня со мной на канале Америка и Латвия. Как вы думаете, куда я еду? Дэн везет меня в аэропорт. Сейчас сделайте потемнее. В аэропорт еду, лечу в Канаду. Так что будьте со мной. Сейчас поедем в аэропорт. К детям на Новый год. Дэн приедет чуть позже. Хай, Дэн. Привет. You're going out of four, right? WestJet? Yep. Bye, honey. Bye, have a good trip. Okay. Can you do me a favor? Yes. I'll put and I need to record it for my... Can you do in kilogram? Oh, yes. There you go. Thank you. Do you have postcards? Postcards? Yeah. No? No, what? No, what? Так, сегодня у меня прямой рейс. Мне повезло. В этот раз у меня прямой рейс. Феникс Калгари. И его полет 3 часа. Боже, все закрыто, а? Хотела купить что-то, открыть их, все закрыто. Nothing here, right? Everything closed. Okay, I'm trying to find a card. See, a postcard. Uh-huh. And it's closed. Yeah, it's closed. Oh, my Lord. Вы видели, что я искала открытки. И все было закрыто. Но так уж получилось, что когда я была в duty-free,
в магазине. Мне позвонили на телефон и спросили, где я, так как они уже заполнили самолет и собираются отлетать раньше времени. То есть я практически бежала до своей гейт. И вот буквально перед моим гейт я увидела киоск с открытками, который я быстренько схватила, но у меня не было совершенно времени это записать. Hi. Oh my God. Welcome aboard. Thank you. I was running all over. Well, thank you. You made it. You're good. Oh my God. So my F is... Good afternoon, everyone. Welcome aboard Russia flight number 14. Last castle, whatever's open, yeah. Where were you sitting? F, F. F is by the window. Let's see. Yeah. 4F is by the window. But this is everyone on board, so... where are you sitting? Make sure that personal electronic devices are now in airplane mode for the duration of the flight. So where do you... Please remove earphones until the safety demonstration happens. Are you putting bags on top? Yeah, she's in that seat. She's in last castle. We were expecting. No, you didn't announce it. It's early. You want the window seat or you're already here? Yeah, window, yes. My apologies, we were told that was everybody. No, that's fine. Так вот эти открытки, которые я хочу вам отправить. Их 10 штук. Условия для того, чтобы участвовать в конкурсе, такие. Во-первых, вы должны быть подписаны на мой канал. Во-вторых, вы должны поставить лайк под этим видео. В-третьих, написать комментарий по теме видео и плюс ответить на один маленький вопрос. В аэропорту я показала на камеру, сколько весит мой багаж в килограммах. Пожалуйста, напишите мне ответ. Первые 10 человек, кто выполнит эти условия и правильно ответит на вопрос, тому я и пошлю открытку Arizona Phoenix из Канады по почте. Конечно, при условии, что вы желаете ее получить. Желаю вам удачи! А на сейчас маленький короткий анекдот. Поругались с мужем. Теперь не стираю, не убираю, не готовлю. Господи, только б мириться не надумал. А на сейчас я хочу сказать вам пока и до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и будьте любимы. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео.